У театра «Лукоморье» была долгая дорога к своей сцене. 17 лет спектакли играли в музеях, домах культуры, детских садах и школах. И, наконец, появился свой, такой уютный и буквально сказочный дом. Фасад отреставрировали за счет инвесторов. Деревянный особняк в Старой Самаре помогает театру создать и особую атмосферу. Уникальность театра «Лукоморье» в особой камерной и даже семейной обстановке. Некоторые спектакли играют прямо в фойе, вот здесь, за столом. К искусству артисты театра относятся очень трепетно. В зрительный зал нашу съемочную группу с камерой не пустили, потому что любой лишний шорох или свет может разрушить особую творческую атмосферу. Зал совсем небольшой, но именно это позволяет артистам наладить контакт с детьми. Здесь каждый участник спектакля. Здесь как-то все так плотно, то есть и зритель близко, и актер близко. Актер может там делиться какими-то своими эмоциями, то есть все как-то очень более уютно. И это дает свою очередь нашим зрителям более тонкое, глубокое прочтение того материала, который они смотрят. Естественно, развивает и душу, и сердце, и чувства у наших маленьких зрителей. Жизнь бурлит и в творческих мастерских. Новые куклы по-домашнему уютные, сделанные по технологии валяния из шерсти. Чуть позже они займут свое место на новой сцене в спектакле «Царь Салтан». Он обещает быть особенно красочным. Творческих идей в Лукоморье достаточно. В столярной мастерской уже создают декорации для городка из табакерки. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.